Они все понимают, при этом строят, что ничего им не светит. И поэтому они решили отстаивать свою честь до конца. Пока порядок не наведут, как говорил наш глубоко уважаемый президент в судебной системе, у нас так и будет. С этого надо начинать, с порядка в судебной системе. Нечего указывать им, нечего на них давить. Суд независим, вот когда будет независимый. А это пример просто. Слушаем по-прежнему то же самое, документ под названием «Приговор». Ту его часть, которая называется «Изложением доказательств обвинения», которой нет ни доказательств, ни обвинения, ни логики, ни здравого смысла. Вот. Правда, единственное сегодняшнее отличие – чуть-чуть погромче произносятся эти слова. Я уже стою здесь третий день. Я не могу здесь не стоять. Судят, выносят приговоры не только Ходорковскому Михаилу Борисовичу, Платону Леонидовичу. Стране выносят приговор. И я, россиянин, москвич, который любит свою страну, я не могу остаться равнодушным.